В марте 1814 года по Парижу разнеслась весть, что вот-вот в город войдут грязные скифы-завоеватели. А через несколько дней удивлению французов не было предела. Они увидели перед собой вышколенную подтянутую армию в парадных мундирах. Русская армия торжественно вступила в Париж с победным маршем. Война с Наполеоном была окончена парадом, который на улицах французской столицы принял русский император Александр. Здравия желаю, ребятушки. Рад новой встрече с вами. Помните нашу любимую считалку? От Тебеты шли солдаты. А куда они шли-то? С песней на парад. Ну, кое-кто из вас, конечно, может усомниться. Да зачем вообще для солдата парады? Грохот, пальба. Вот настоящая музыка для солдата. А вот и нет. Разрешите с вами не согласиться. Парад для военного человека – наиважнейшая вещь. Потому что можно показать свою боевую и физическую подготовку и дать понять, что готов к выполнению любого боевого задания. Так что будем готовиться к параду прямо сейчас. Вот вместе с этими замечательными солдатами. Это лучшие части, потому что они будут участвовать в параде победы на Красной площади. Представляете, какая ответственность, а главное – почет. Вот так вот. Ну, будем готовиться. Парад – торжественный смотр войск в честь важных государственных или военных событий. Историки считают, что первые военные парады устраивались еще в Древнем Египте, а потом и в Древнем Риме. В римском войске была введена и особая форма парада – триумфы. Так называли торжественное вступление победоносного полководца и его войска после окончания какой-нибудь войны. Триумфатор-полководец в этот день надевал специальные праздничные одежды и на колеснице под звуки военных музыкантов шествовал в город. За ним шли ряды военных и на повозках везли захваченную добычу – скот, пленников и оружие. Римлянам нравилось отмечать свои победы. Прообразами военных парадов на Руси можно считать сборы, когда по приказу царя в случае военных действий каждый боярин должен был явиться на царский двор конно, людно и оружно. То есть с небольшим отрядом вооруженных людей для защиты Отечества. Вот когда на царском дворе собирались боярские отряды, царь проводил смотр своей армии. Ну, армия тогда была, конечно, не такой дисциплинированной, как сейчас. Да и, ну, смотры эти вряд ли походили на парады. Это, скорее, были ярмарки, чем торжественные мероприятия. Лишь при царе Петре I парадам придали важное значение. Только-только начался 18 век, а политическая обстановка в Европе была неспокойной. Северный союз стран объявил войну Швеции. Ввязалась в эту войну и Россия. Северная война длилась долго, 21 год. Но на один эпизод этой войны нужно обратить особое внимание. Взятие крепости под названием Орешек у истоков реки Невы. Крепость Орешек еще в 14 веке основал внук Александра Невского, князь новгородский Юрий Данилович. Но случилось так, что в 1611 году шведы взяли измором защитников крепости и захватили ее. В 1702 году царь Петр решил нашу крепость отвоевать. 27 сентября 1702 года. После 10-дневного артиллерийского обстрела крепостных укреплений солдаты Преображенского, Семеновского и других петровских полков начали штурм крепостных стен. 11 октября после 13-часового упорного боя шведский гарнизон сдался. После Орешка Северная война продолжалась еще очень долго. Но именно эту победу царь Петр решил отметить как следует. Да, и вот в честь взятия крепости и прошел в Москве первый официальный военный парад. Вот здесь, на Мясницкой улице, брусчатку выслали красным сукном.
и в золоченой карете по красной дорожке во главе русского войска ехал царь Петр Алексеевич. А за царской каретой по земле волочили шведские знамена, ну, в знак победы над могущественной шведской империей. Потом, когда Петр переехал в Петербург, парады стали важной частью столичной жизни. Они проводились ежегодно. Зимой солдаты маршировали на Дворцовой площади, а весной парады проходили на Марсовом поле. Население Петербурга было небольшим, и заметную часть в нем поначалу составляли военные. В городе были расквартированы многие полки. Преображенский, Семеновский, Измайловский, позже Павловский и некоторые другие. Военные сборы стали не просто элементом воинской службы, но и частью жизни города. В 1711 году царь Петр I решил, что парадами ходить армии молча, в тишине, не пристало. Да, издал указ, чтобы в каждой части, в каждом полку обязательно был оркестр. Вот. Кстати, в то время их называли сыгрышами. Главным инструментом считался барабан. И вовсе не потому, что он самый громкий, да, и его лучше всех слышно. Нет, хотя в полковой жизни это очень важно. А потому, что барабан помогает солдату держать четкий строй, слаженность иметь. Вот. Поэтому в строевой подготовке барабан – главный помощник солдата. Конечно, барабаны первым делом появились в любимых царских полках – Преображенском и Семеновском. Образцом для маршей до сих пор считается знаменитый марш Преображенского полка. Его играют почти 300 лет все, без исключения, русские военные оркестры. Интересно, что темп этого марша примерно 120 шагов в минуту. Как раз столько, сколько нужно, чтобы показать четкую поступь солдат и в походе, и на параде. Этот марш исполняли в дни побед в Северной войне, в дни тозаименитства царя, в день коронации Екатерины I и во время многих других военных парадов. Одними из самых ярких страниц в истории русских военных парадов стали парады, посвященные победе русского оружия в Отечественной войне 1812 года. Кстати, интересный казус. Вообще-то, та война закончилась в 2014 году. Да, но так получилось, что французов из России мы прогнали уже в 12-м году. И поэтому война так и называется. Война, Отечественная война 12-го года. Но после мы гнали эту французскую наполеоновскую армию по всей Европе до самого Парижа. Весной 1814 года к стенам французской столицы подошли войска антинаполеоновской коалиции. Их привел в сердце Франции император Александр I. Так далеко на запад русский солдат еще не заходил. Как только русские войска вошли на территорию Франции, Александр I заявил, что воюет не с французами, а с Наполеоном. Перед торжественным вхождением в город русский монарх принял делегацию парижан и сообщил, что берет город под личное покровительство. 30 марта 1814 года, около 9 часов утра, колонны союзных армий с барабанным боем, музыкой и развернутыми знаменами начали входить в Париж через ворота Сент-Мартен. Одним из первых двигался лейб-гвардии казачий полк, составляющий императорский конвой. Затем состоялся 4-часовой парад, на котором русская армия блистала во всей красе. Плохо обмундированные и потрепанные в боях части ко входу в Париж допущены не были. Французы ожидали увидеть степных русских варваров, а увидели нормальную европейскую армию, мало чем отличавшуюся от австрийцев или пруссаков.
В Москве в честь пятилетия победы над Наполеоном в 1817 году построили специальное здание – манеж. Это теперь в нем проходят выставки и презентации. А с самого начала он предназначался для проведения военных смотров, парадов и учений. В наши дни торжественные парады проходят не в манежах, на площадях. Едва ли найдется здание, чтобы армия могла продемонстрировать в нем все рода войск и современную военную технику. В наше время, ребятушки, тренируются военнослужащие очень долго и серьезно. Для таких репетиций даже специально разметили на подмосковном полигоне, вот он, модель Красной площади. Ведь важно отрепетировать каждый шаг. А раньше репетировали не вот так вот, не в таких условиях. Первый военный парад советского государства прошел 1 мая 1918 года в Москве на Ходынском поле. А на Красную площадь Красная армия торжественно вступила лишь через полгода, 7 ноября. В 1919 году во время майского парада на Красной площади было показано чудо тогдашней военной техники – танк, который по замыслу организаторов парада должен был вселить гордость в сердца пролетариата и страх в сердца врагов советской власти. Первый воздушный парад над Красной площадью состоялся 1 мая 1933 года. Все важные победы обязательно отмечались парадами. Это не только для того, чтобы просто пройтись парадным шагом, но и чтобы отдать долг свой павшим в боях, свои почести всем героям нашим, которые сражались за Отечество. Пожалуй, самые важные парады прошли, конечно, во время Великой Отечественной войны на Красной площади. Но об этом, пожалуй, расскажу в следующий раз, ребятушки. Мне пора на тренировку вместе со своими братушками. Поэтому кланяюсь вашим родителям и храни вас, братцы Господь, от всех невзгод и напастей.